Отжимания с подскоком. Выполнение. Чтобы не повредить кисти или запястья, выполняйте это движение на какой-нибудь мягкой пружинящей поверхности. В исходном положении обопритесь ладонями на две опоры высотой 15-20 см. Отжавшись кверху, оттолкнитесь от опор и приземлитесь на пол между ними. Кисти должны оказаться на ширине, характерной для обычных отжиманий. Тут же согните локти и мягко опустите грудь к полу. Из нижней позиции взрывным усилием вытолкните себя кверху и снова запрыгните на опоры. Секрет в том, чтобы не делить движение на фазы и выполнять на одном дыхании. Вариант плиометрического отжимания развивает взрывную силу и координацию. Понравилось видео? Ставьте лайк! Подписывайтесь на наш канал и всегда будете в курсе новинок. Хотите знать больше? Посетите наш сайт.